Игры «Я тагильчанин» собрались на итоговый праздник во Дворце детского и юношеского творчества. Игра проводится с 1998 года. В ней приняли участие ученики первых-четвертых классов всех 63 школ Нижнего Тагила. Рада приветствовать сегодня всех участников этого праздника. Детей прежде всего, педагогов, родителей, координаторов игры. Хотелось бы еще раз поздравить вас с этим праздником от всей души. Тагильский характер. Такая тема выбрана в этом году для конкурса исследовательских проектов. Школьники знакомились с историей города, жизнью и деятельностью знаменитых тагильчан. Особое внимание вкладу Нижнего Тагила в победу в Великой Отечественной войне в связи с присвоением звания «Город трудовой доблести». Моя работа о трудовом подвиге моей двоюродной прабабушки Фаине Васильевне Сурновой, первой в мире женщины-горновой. Я очень рад, что мою работу высоко оценили члены жюри и присвоили ей почетное место. Также награды были вручены занявшим призовые места на турнире «Шахматные баталии», организованном при поддержке шахматно-шашечного центра. Отмечены лучшие коллективы, участники конкурса творческих проектов «Таланты земли тагильской». В рамках игры «Я тагильчанин» состоялся целый ряд мероприятий, где каждый мог себя проявить. Вся игра в этом году у нас проходила в онлайн-режиме. Несмотря на это, дети замечательно справились со всеми работами, проектами, а их у ребят было очень и очень много. Работы получились интересные. В игре принимает вся начальная школа Нижнего Тагила, это порядка 16 тысяч детей. Противоэпидемические ограничения постепенно снимаются, и у организаторов есть надежда, что в следующем учебном году краеведческая игра пройдет в обычном формате.